Не, нормально, здесь пропуск. Просто кишки здесь слазится хорошо. А чья пупа? Женская или мужская? Можно различить как-то? Где? Умрет нахер там, Серёжа. В Америке это проводился конкурс, это, на у кого самая красивая задница. Там как бы стояли люди, чисто жопу были торчали. Вот. И там это... Выбрали чью? Надеюсь, и одну мужскую выбрали, ё-моё. То есть мой, жюри были мужчины, вот. Ну не знаю, может... Они там трогались или там? Ну не, они просто смотрели. Отойдёшь, то я засниму это на видео. Там было это... Смотри, нормально видно? Без волос и без прыщей, в общем. Нормально видно? Нормально. Смотри. Видно дырку хорошо? Да, хорошо. Видно, всё. Супер. Я, короче, порвал все штаны полностью. Они рвутся. На пролом! Вот за камушку за один. Вот не лучше не браться. Так, вы отходите, что вы дальше. А ты меня заснял, Иван? Нет. Ну а чё? Ну а чё? Плохо. На обратном пути там. Я тебя на видео заснял. На видео мне наоборот не нужно. Нужно фотки и в них отправить. Ой. Так-то, конечно, получается не очень, да? А это что, видео? Да, опускаюсь. Это с ночным видением или что это? Нет, ну по свету. Очень пар. Горшок! Где грот? Есть? Написано? Я не знаю, сейчас. Горшка не было у нас обозначено на карте, но мы правильно идем сюда. К родине. Нет, горшка вообще нет на карте. Там арифметика может быть. Пис-пис. Ну чё, сюда-то лезу. Да, сырой есть. А где ты видишь? На стене? Ну, блин, нет. Ты имеешь в виду, ты по карте смотришь? Ну, по карте до него прилично фигачит-то. Готовки нет. А то он тебя отдаёт. Метров 30-50. Да, я ебаню вырежу. А там что? Ну что вы там решили? Не знаю, у нас пока что-то трое лезут. Там что трое вовнутрь полезли? Да. Худеть неделю, не меньше. Лучший способ для похудания. Ну там можно потерять верхние зубы.
сравнимо с этим вот. Днем 1,50. Один раз, да? Чё? Чё? Нашёл? Ну, они тут ползают внизу. Ещё никто больше не пролез сюда. А чё, пошёл туда, что ли? Да. Да? Да. Нет, там есть ещё другая дырка. Она больше? Она шире, но она в два раза короче. Не, хер ты тут пролез. Я тут пролез, я самый толстый. У меня пупа толстая. Там, короче, никто еще, они внизу еще ползают. Ну что, по второму кругу пошли? Ну я не знаю, пока типа трое там внизу. Что, тут какой-то камень отваливается. Там лезать жопа, ты не трогай. А народ там крупный лежит. Отбил, да? На природе. Дальше еще куда-то есть. Это раз на проход. Если хочешь, вот можешь вдоль закрытой стеночки и вылезти обратно. Пропусти буквально метров 5. В смысле вылезти обратно? Угу. Да. А, к нашим, да? Что-то у тебя штаны вообще подходящие. Да. Я тут дышу. Вот. Я что-то посмотрю, у меня больше штанов никаких нет. Ну, а хрен снимать, одену тормушку снизу. Нормально. А лучше не жалко. Зато, блин, не потеешь, я вот весь мокрый, не спишь. У меня тело тоже пока... термуха. Это хорошо, термуха это круто. У меня тело пока жарковато. Полазишь там вот так. Спать захотелось. Пойдемте, обойдемте. Они там ползают. Прорезиненные типа лучше, что ли, да? А? Прорезиненные лучше. Ну, когда ты ползешь по земле, она мокрая. Ну, получше. Тебе перчатки намокают, а если нет. Вроде, да. И плюс они как-то, ну, резина, она более прочная. Ага. Ну что, вот, идем? Кто-то. Нет, еще никто не пришел, кроме одного человека. А куда они пошли? Они вниз? Все там стоят и ждут, пока кто-то вылезет снизу. А внизу там еще человека 3. Да. Вот, поэтому мы пока стоим здесь, но мы я пока... сырой грот нашли. Какой? Сырой. А, ну вот молодцы. Ну отсюда, в принципе, не очень далеко. Ну, стал сырее немного. Но по идее, вот кишка, она туда и выходит. Просто ее, походу, завалило, потому что они лезут сюда, она туда и лезет. А ты куда сейчас? В сторону всех? Я сейчас приду... В тупик он пошел. Нет, я пошел в Шкуродер. Ага. Вот он, Шкуродер. Я уже до него дошел. Чуть там... А что там такое? Там вообще страшность занятий? Нет, там то же самое, только она, видишь? Только в горизонтальном положении. Она шире, но она ниже в два раза. Если сейчас вылезти в эту дырку, то ты придешь прям сразу же к ним. Они вот за этой стеной, но не сразу, а вот, 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 в
Забудь это попрем. Ну, в смысле, к своим. Таким образом. То есть еще будет вариант, да? Продолжение. Ну тут видишь, многие гроты, они подписаны. Значит, там имеются какие-то, видимо, типа достопримечательности. О! Что-то такое. Очень красиво. Ну, небольшой грот. Блин. Такое место. Тут для этого толстого музыка. А вот здесь, по идее, заваленный вход должен быть. До второго входа нам заваленного еще далеко. Если хоть камешек болтал, вспомнить, по-моему, вот этот вот. Да, тут камешек болтается, аккуратней. Что говоришь?